Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами ЗГТИ. Кто там выбрал? Дроид, дурак. Нет, я хочу вообще взять этого. Кого я хотел взять? Я забыл. Я кого-то такого нормального хотел взять. Возьми ВК. А может ДК взять? Дурак. Хрень, герой, тебе скажу. Я с Пангалер ни разу не играл. Да ну это Пангалер, возьми Леона, например, там, или что, не знаю, Джакира возьми. Джакира, да не. Хрень. Давай, давай, я ломал стекло. А, да, у меня сет серия осталась. Знаешь, какая серия была? У меня сейчас уже почти 200 серий по доте, а это была 16 серия. Как мы с тобой мы давно. Там, да, и мы, я такой там, я ломал стекло, это пацана слил, кстати, когда мы еще играть не умели. Будет. Хотел выбрать кого-то, забыл, кого я хотел. Люкана? Нет. Люкану возьми, еще нет. Может, спиннера, вот? Может, спиннера? Ты так охренел! Я эту фантомку взял, не знаю, дебил. Я лучше бы не брал фантомку. Лучше бы не отдал. Лучше нажал просто на, лучше бы на рандом просто нажал. Штрафной. Ну, ай, Бион, ты можешь выбрать игрока тупой? Ну, сейчас все деньги снимут и все. Ну и все. Ну и мы пойдем играть. Чего? А что тут шестигранник забузить можно? Пацаны, здорово. А что тут? Данилка уже 10-й раз заходит в игру. Посмотри, кто против нас. Мипа. Тайтхантер Леон. Как я давно не видел Мипа. Я его ни разу не видел. Я летом за него один раз поиграл, больше его никогда не видел. О, Разор. О, Леон. Леон? Да, кстати, Леон неплохой, а вот Тайтхантер говно. Гайс. Что это? Может, у меня мем был вот про эту Crystal Maiden, помнишь? Ты чё? Ой. Может, ой, я не успел помнишь, написать. Помнишь, у меня был мем, вот, видишь, там Crystal Maiden у них. В них команда такая девка. Ну. Вот. Может, у меня был это, мем про неё, типа, варды, не-не-не, говно, а рапир это самое этого вида, да? Нет. Не, либо я это видел и не помню. Не, я первый скилл открою лучше сначала. А какой мне скилл открывать, я не знаю, я просто за Рик в первый раз играю. Второй, наверное, я хз. Что он дает? Не, ну куда пошел ты, дебил? А, это тэплка, нормально. Да. У него есть тэплка, невидимость, понимаешь? За Рик зачем играть? У него очень маленький урон, позырька у него урон. 3-6, чё? Можешь я рот дождь? Давай. Молч, можешь играть? А! А, вы что, дебилы? Ты кто такой? Вы издеваетесь, а я не понимаю. Я рун взял, кстати. Я больше не буду играть сейчас в долю, ты тот и тупой, блин. Почему и на меня надо атаковать просто? Изи. Ну класс, ты еще слил. Непонятно. И что? Там Мип сейчас убьет этого Тинкера. Тинкер, сори. Сори, Тинкер. Мне Тинкер помог убить этого. Уже 1-2 счет, ни хрена себе. А, в смысле? Кто умер? Я его сейчас спасу. А кто умер? Ты где, Данил? Я его спасать пришел, Мипа. Так... Ну иди отсюда, скотина. А кто умер-то? 1-2 счет. Кто не умер? Я умер, а, брат. Да. О, да, прикинь. Ну ладно, я опять сам плохой, пока. Тайтхантер. Пожалуйста, убьем. Можно, вот кто добрый, пожалуйста, можно здесь пофармлю, пожалуйста. По-братски. Ой. Сейчас высыпут. Сейчас Кристалл. Сейчас миллион получит. А этот Хантер сейчас убью, попробую. Леона. Вообще меня сейчас убьют. Вообще я Леон сейчас убью, наверное. А, нет. Бля. Но ведь докторе. Выложи курьера, пожалуйста. Я сейчас Crystal Maiden убью. Как дела? У всех. Ура! Хоть кого-то есть. Почему все такие молчаливы? Я вообще-то разговариваю, что меня не слышно, что ли? Привет. Выложи курьера, нахрен ты его купил?
уже 150 хп. Парни, идите фармить. Какой фармить? Курьера выложите, плиз. Кто курьера купил? Никто? Я фармить нормально не могу, потому что у меня лол HP. Ура, хотя меня в покое оставили. Походу челик с бот. Я еще косой передачу. Все, я сдох. А, нет, не сдох. Удивительно. Мне придется пешком идти до респы, я дурак. Че нет? Видеодоктор, походу, ну бас, он по начальному закупу, наверное. Он, наверное, даже не знает, что такое курьер. Что с Рики, я не пойму. Он на мите, уёбки на ботах, блядь. Он говорит, что с Рики? Ты же Рики вроде, да? Ну да. Рики, это я с Рики в тиме. Скажи, что я первый раз просто делаю играю. Он первый раз за Рики играет. Играет просто. Первый курьер у нас. Давай я куплю, похрен, он, наверное, нубас не знает. Вот он его купил. А, ух, не, бля. В заке лежит. Я сейчас сдохну, спаси, пожалуйста. Не гулино, а что так, ты медля, это жестко. Спаси, пожалуйста, Денис. Как тебя спасу? Я рядом с тобой. Где? А, нет, я не знаю, где. Убегай, ты наверху? Убегай, 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 сейчас догоню. Наверх, да-да-да, наверх иди. И сворачивай. Хорош, хорош, хорош. Это бот. Я еще о, и тэпнул. Все, изи, погнали. Чайный подъемно. Какой у меня хп мало. Очень мало. У меня тэпка, кстати, тоже есть, как у фантомки. 5 секунд до нее. Сейчас тэпнем, сурожно бьем. Давай. А, не тэпнусь, наверное, уже. Хотя я его замедлил. Все, изи. Ух. Видишь, что творю? Ух, найс. Ну, тинкер, ну ладно. Ну-ка, у меня... Мне надо на медлу. Ой, можно пофармить по зязязя? Блин, да он дурак, он нахрена он курьер-то? Он купил курьер и не выкладывает его, он дебил. О, сори, 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 я невидимый теперь. Я прокачал способности. То есть, когда я хожу и не бью, я невидимый, как я понял, да? Мне еще и тэпука есть, вообще класс. Зашибись. А за фантомку, кстати, не так уж просто играть, как я думал. Я умею, это легко за фантомку играть. Ну как, я бы так не сказал, но вообще фармить за нее, да, легко. У нее и фар на тройку прокачан, нахрен. У него урон хороший. Урон? Не, 55 это, да, я так не сказал, что урон хороший. У кого урон у меня, хороший, это у Клаус Кнайта. У меня 45 вообще урон. Ой, 40 даже. А нормально на крипах пофармить не могу даже. Сейчас к тебе приду. Оооо. Че другану сказать? Я Кристал этого, Кристал Мейден убиваю. Ну, Тинкер, ну иди отсюда. Спасибо, что приперся сюда. Я убью, дебил. Фиш, выложи курьера, пожалуйста. Зачем ты его купил вообще? Вот, я тебе говорю. У Тайтхантера 6-й левел, что за бред, я не понял. Мне пофармится, не знаю. Может, без звука играет, хз. Наверное, нубик какой-нибудь, не знаю. Роль фармить не могу. Хотя бы закуп. У тебя даже закуп лучше, чем у меня. Я пофармлю. Я не могу фармить, прикинь. Потому что у меня урон 40. У меня 58 только. Ну ты, да у меня 40, дурак, 58. А, 40? Я думал, у тебя 60, ты сказал. Дай хоть эту штуку убить. А, ну окей. Класс, еще эта хрень ушла. Мне 0 крипов, понимаешь? 0 крипов, 0. 7. Первый бот. Ой, это... А ты с какими средними ботами-то? Легкие. Что-то они ни хрена не. Легкие, они особо ничем не отличаются. Я серьезно говорю. Ну курьера выложите, ну что за херня? О боже, мне. Я тебе говорю, челик бота обузит, то есть
Помоги, Денис! А, не, я живой. Потом на респу схожу. Понимаешь, курьера не будет еще 500 минут. А он не будет в катке больше? Ну да. У меня аж глаз задергался из-за этого. Видишь, доктор такой дурак. Мне приходится сбить что... самому. И где моя... А, фейсы, фу, я уж думаю, они фейсы все красные. Нашу центральную башню атакуют. Я пофармлю, пожалуйста. Пацаны, можно на нижней линии пофармлю, пожалуйста? Я пойду на мидл тогда, раз так. Okay. Просто... А нет, там тинкер. Класс. А вообще убил этого? Тайдхантера, но не убил его. У Crystal Man до сих пор вот второй левел, второй, понимаешь? Где вообще тут, бля? Понятно. Тайдхантера левел 8, как он так фармит на крипах? То, что Тайдхантера это, понимаешь? Что это, вообще, меня... это вообще бот, потому что. Уфармить потому что да, потому что ему левел подкачивает и чё. Ну, да. Ну типа того, не знаю. А нет, он фармить умеет, он только что при мне фарманул, а видел. Ой. Ну всё. Тайдхантер слить по любе надо. А нет, он меня хочет убить, я вижу. Чё я сделал? У меня второй крип только, второй. А только 14-й. Конечно, 14-й, ты бы еще кто говорил бы еще. Прости. Так, и вот так. Короче, посрать на него. Он мне надоел, конечно, но когда сейчас... я урон вкачаю, потому что урон у фантомки маленький, и убьем его. Тебе надо шестую способность, и все будет классно. Только нет. А чё у меня за говно ульта? Ты дурак? Это ульта тебе дает, может дать тебе 1000 к этому. На максимальном левеле это ульта дает 1000 к криту, мальчик. Нихуя. Спасибо. Приятно. Плюнул на меня. Эй, иди отсюда. Зачем мне приперся? Я им безмолвие кинул, так что... Да. Я ж сдох. Ой, там ещё и мипа. Ну ладно, до свидания, мипа сделаю. Ну иди ты отсюда, тупой ты тинкер, а ну вали ты. Ну ты надоел, тинкер! Давай. Да как меня башня палит, алё? Чё, один дагер будет? Ясно, а я уж фармлю. Я убил этого. Хорош. Я пофармлю здесь, идите на мид. Тинкер, Рики на мид, идите. Иди, знаешь куда? Своим медом. Видишь, что она? Серьезно, я вы. О, разор припёр. Ни хрена сегодня урон. Пацаны, я убиваю. Чё? Нет. Ты это, ты сказал, короче, пацаны, я убегаю, и, короче, Рики сказал, как скажете. Это фигня, я помню, когда я играл за этого, что-то там он сказал, и прям в точно то, что у тебя, то, что ты сказал. Чё? Так, чё мне купить? Понимаю, Денис, знаешь о том, что Рики постоянно невидимый, пока у него, ну, пока ты не ударишь, потому что он всегда невидимый, понимаешь? У него бесконечная невидимость. Да. Так, что скрафтить? Арканцы скрафчу. Точнее, куплю сразу. У меня стелл левел только. Только арканцы сейчас будут. Вася, что творишь? Тихо, тихо, тише. Не урчи.